Здравствуйте! Это видео посвящается тем, кто хочет проверить, легко и просто выиграл он в лотерею Green Card или нет. Для этого все, что вам необходимо сделать, это зайти на сайт www.dvlottery.state.gov. Это официальный департамент США. Для того, чтобы проверить, первое, что вам нужно, пройти по вот этой ссылочке ниже. Дальше нажимаем Continue. И следующее наше действие. Вам необходимо ввести подтверждающий номер, который был вам надан при регистрации вашей анкеты в лотерее. Итак, мы вводим первые цифры, то есть это DV2017, поэтому мы вводим 2017. Вот у меня уже есть этот номер, который я вводила и пробовала посмотреть результаты. Дальше вводим фамилию. Фамилия должна быть именно та, которая у вас была введена в анкете, и год рождения, your birth, и дальше капча. Нажимаем и смотрим результаты. Итак, the entry has not been selected. Если ваша анкета не выиграла, то вы увидите вот такое сообщение. Но я, конечно же, желаю вам удачи. Желаю, чтобы вы обязательно выиграли свою грин-карту. И даже если у вас вот такое сообщение на экране, через некоторое время я рекомендую вам еще раз его проверить, так как в первые дни объявления результатов сервер может быть перегружен. И бывали такие случаи, когда, к сожалению, по причине перегрузки могло выдать вам не тот результат. Поэтому через некоторое время вы проверьте еще раз. Но если несколько раз вы проверили и у вас вот то же самое на экране, то желаю вам в таком случае просто выиграть. Играть дальше. Обязательно выиграйте свою грин-карту.